Всем доброе утро! Сегодня на обед мы приготовили вот такие фаршированные перчики. Встала сегодня рано утром и решила приготовить. У нас еще до сих пор есть свежий перчик. Мы его любим, поэтому нафаршировали. Начинка — рис отварной, свинина. Сегодня делали со свининой, иногда делаем с куриным филе. В начинку обязательно добавляю соль, перец, обжаренный лук и морковку. Фарширую перчики и делаю подливку. Обжаренный лук и морковка, томатный сок или томатная паста. Заливаю перчики и тушу до готовности. В конце приготовления посыпаю мелко порезанным укропчиком. Вот такой перчик у нас. Сделали много, хватит надолго. Всем, кто сейчас обедает, завтракает или ужинает, желаю приятного аппетита. Всем пока-пока!